В эфире телеканала ПС, информационная программа «Панорама Севера». В студии Денис Куклин. Здравствуйте. Пожары будут тушить из земли и с воздуха. Сегодня на пресс-конференции, посвященной лесным пожарам, журналистам рассказали о мерах подготовки к чрезвычайным ситуациям. С подробностями Алексей Карельский. Пожароопасный сезон, который в этом году стартовал 15 мая, уже оставил на карте области выжженные зоны. На сегодняшний день территория лесного фонда пострадала от 31 пожара. За три недели огонь охватил 155 гектаров. Вместе с тем, год назад площадь ликвидации в эти же сроки была в два раза больше при 45 пожарах. Самой горячей точкой пока остается Вельское лесничество. Здесь зафиксировано уже 12 возгораний. Основная причина пожаров – это неосторожное обращение населения с огнем. 22 пожара, что составляет 70% от площади. Значительная часть из них произошла от несанкционированных свалок и неконтролируемого выжигания сухой травы. Ликвидировано в первые сутки и в день обнаружения 24 пожара, что составляет 70% всех пожаров. Неплохой показатель борьбы с огненной стихией – заслуга единого лесопожарного центра. Сегодня в его составе 10 пожарно-химических станций и 9 авиаподразделений. Все они рассредоточены по территории области, дабы своевременно реагировать на результаты наземного, авиационного и космического мониторинга. Для удобства и сокращения времени реагирования на лесные возгорания в каждом лесничестве созданы участки, которые оснащены силами и средствами пожаротушения. До начала пожароопасного сезона прошли техническую учебу и воздушную тренировку. Все парашютисты-пожарные на данный момент к тушению пожаров. У нас готовы 85 парашютистов-пожарных. Помимо десанта, в бой с огнем готовы вступить более 400 работников наземных служб пожаротушения. Все обеспечены средствами связи и необходимым оборудованием. Приоритетом в работе остается пресечение чрезвычайной ситуации в зародыше. И речь не только о профилактической работе с населением, но и своевременном сборе информации о лесопожарной обстановке. Его осуществляет единая диспетчерская служба, специалисты которой презентовали участникам пресс-конференции раздел «Мониторинг лесных пожаров» на геопортале Архангельской области. Внештатным оком огнеборцев могут стать и жители региона. В случае обнаружения лесного пожара вам следует позвонить по телефонам 8 800 194 00 или 41 06 41. Алексей Карельский, Руслан Зимушин, «Панорама Севера». Мы продолжаем следить за тем, как идет уборка в областном центре. В округе Варавин-Фактория побывал Артемий Заварзин. Знакомьтесь, Галина Ивановна Южанина, жительница дома по улице Воронина, 29, а по совместительству местный борец за чистоту. Под ее надзором управляющая компания здесь регулярно наводит лоск, как у дома, так и на контейнерной площадке. Маленьких пацанов посылают в другой раз, но мимо бросят. Но все равно к этой хоть бросают. Ну а так нормально вроде. Ну, школьники тут бегали и другой раз, тут убирали тоже, убирают. А как часто вывозят мусор? Каждый день вывозят. В том, что улица Воронина – настоящая цитадель чистоты, убеждаемся и во дворе дома номер 33. Здесь за порядок ответственна управляющая компания «Связь Кабельстрой». И как смогла убедиться наша съемочная группа, управляющая компания «Связь Кабельстрой» с жителями этого дома связь поддерживает неплохо. Чисто как у подъездов, так и на мусорной площадке. И даже территория вокруг нее убирается управляющей компанией регулярно. И увиденная картина не обман зрения. За регулярностью вывоза мусора местные жители следят в ежедневном режиме. В контейнере площадки хорошо убирается. Нормально. В поисках мусора отправляемся на Ленинградский проспект, но и там чисто, благодаря активной работе советов домов и выходам жителей на многочисленные субботники. Большую помощь в организации субботника нам оказали советы домов. Мы за это им выражаем большую благодарность, потому что граждане вышли организованно, дружно и навели чистоту в своих дворах. Большую помощь нам оказала администрация. Они нам помогли с инвентарем, с вывозом мусора. И тем не менее, проблема с вывозом мусора в округе все-таки есть. Территория у дома по адресу проспект Ленинградский, 277, корпус 1, похожа на поле мусорного боя. Многочисленные коробки, банки, пакеты, прочая грязь рядом с контейнерной площадкой. Да и на самом мусоросборнике картина не лучше. Тусклых серых красок в нее добавляют старые ветки, валяющийся рядом целлофан. Прямое отношение к создавшейся ситуации имеет управляющая компания «Мажордом». А здесь такая вот картина как часто наблюдается? Постоянно. Постоянно такая грязь. Мусор как часто вывозят? Мусор вывозят.
Мусор хорошо вывозят, машины приходят. Но дело в том, что много носят мусора-то. Они не успевают там вывозить. Они только увезли, тут же все, опять все полные контейнера. Разобраться в причинах такой неуспеваемости пытаемся в администрации округа. Может, слишком большая нагрузка на УК «Мажордом». Но нет, в черном списке еще несколько компаний. Чтобы засилье мусора не приняло угрожающие масштабы, администрация использует все ресурсы. Техника у нас работает сейчас достаточно часто, практически в ежедневном режиме. Подрядчики у нас работают тоже ручной, подбор ручной осуществляют. Мусора с территории общего места общего пользования. Работа ведется по всему округу. Но на улице революции пока затишье. Изредка слышен шорох пакетов да звон битого стекла. Скажете, ну это еще не так плачевно. А как вам такая картина? Сказать, что на этой площадке мусор лежит годами, не сказать ничего. Тут тебе и крупногабарит, и твердые бытовые отходы, и еще много чего, скрытого от глаз в сотнях мешков и коробок. Наблюдали здесь мусоровоз за последнее время? Если честно, специально один раз наблюдала, именно взял контейнер, унес, а все, что рядом, никого не волнует. Да и то, что внутри мусоросборник переполнен, тоже мало кого волнует, в том числе и ТСЖ «Воравина Фактория», которая работает на этом участке. Или не работает. Она у администрации округа также в числе аутсайдеров. Если жители хотят чаще вывозить мусор, да, то есть надо вот как-то решить, сколько раз, что для этого нужно, повысить расценки или какую-то другую организацию привлечь. Эти вопросы решаются на собраниях собственников жилья, и чем быстрее такая встреча произойдет, тем болезненный мусорный вопрос будет решаться оперативнее. Так же, как разрешился он по знакомому нам адресу. Через несколько часов после визита съемочной группы на проспект Ленинградский 277, корпус 1, управляющая компания таки соизволила вывести надоевший жителям мусор. То ли мы так благотворно подействовали на ситуацию, то ли вправду говорят. Ведь можем, когда захотим. Для всех школьников началась пора каникул. Чем занять ребенка в эти летние месяцы? В последнее время все большую популярность набирает работа для подростков. Какую трудовую деятельность выбрать? Об этом в нашем следующем сюжете. Ребята из округа Воравина Фактория еще не успели разобрать рюкзаки и портфели после последнего в этом году школьного урока, а уже взялись за мешки и перчатки. Такие бригады школьников работают в округе в течение 10 лет. В основном ребята осуществляют работу по благоустройству территории округов. Это в основном уборка зоны отдыха, уборка мусора. В случае, если идет дождь, ребята осуществляют работу в библиотеках округа или в детских садах. Согласно Трудового кодекса, такая работа доступна подросткам, начиная с 14 лет. Молодые люди в возрасте до 16 лет могут трудиться не больше 24 часов в неделю. Подростки от 16 до 18 лет – до 35 часов. По данным опроса фонда «Общественное мнение», к тому, что подростки работают в свободное время, положительно относятся 80% россиян. Среди плюсов такого трудоустройства респонденты отметили следующее. Дети заняты делом, не приобщаются к вредным привычкам и зарабатывают деньги на личные расходы. Почему школьники хотят работать во время летних каникул, мы узнали у самих подростков. Я решила работать в каникулярное время, потому что мне нравится, когда на территории нашего района чисто. Мне нравится самой делать, ну, людям полезно. У меня есть мечта, я хочу себе телефон, я хочу сама на него заработать. Я решил заработать денег, купить себе велик. И хочу, чтобы наш район был чистым. Заработная плата школьников исчисляется из минимального размера оплаты труда – 5554 рубля плюс 70% северных. Рассчитывается стоимость часа и начисляется почасовая оплата. Однако гарантию выплат и ведения трудовой книжки дает лишь официальное трудоустройство. Получить такую работу школьники Архангельской области могут через государственное бюджетное учреждение «Молодежный центр». Нужно обратиться по месту жительства в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, которая находится в администрации территориального округа. Работники комиссии формируют трудовые бригады несовершеннолетних, собирают пакет необходимых документов и предоставляют эти документы к нам в центр. Трудовые бригады на июнь уже сформированы. Ребятам, желающим работать в июле, нужно заняться сбором документов уже сейчас. Екатерина Грициенко, Владимир Орлов, Алексей Шершов, «Панорама Севера». Телефонное хулиганство. Чем грозит ложный звонок о теракте? И кто может пострадать от таких действий хулигана? Подробнее в сюжете наших новодвинских коллег.
Согласно статистике, в течение последних лет количество заведомо ложных анонимных угроз об актах терроризма неуклонно увеличивается. В Архангельской области и НАУ в 2012 году было зарегистрировано 16 таких сообщений, в 2013 – 22. За 5 месяцев текущего года – 16 угрожающих звонков. Все анонимы установлены. В 2013-м, по материалам ФСБ, органами внутренних дел возбуждено и находилось в производстве 10 уголовных дел, осуждено 6 человек. В 2014 году – 14 уголовных дел. Трое телефонных террористов получили заслуженное наказание. В Новодвинске за 2013 год не было возбуждено уголовных дел по статье 207 Уголовного кодекса Российской Федерации. В 2014 году, вот за 5 месяцев 2014 года, возбуждено одно уголовное дело по части 1 статья 207 Уголовного кодекса. Это заведомо ложное сообщение о террористическом акте. Это мы об этом рассказывали. 3 мая поступил звонок в дежурную часть о том, что на Комсомольской площади города Новодвинска заложено взрывное устройство. Молодой человек, который совершил данное деяние, установлен, ведется следствие. Хотелось бы отметить, что федеральным законом от 5 мая 2014 года номер 98 ФЗ в статью 207 Уголовного кодекса введена часть 2. Это заведомо ложное сообщение о террористическом акте, повлекшее крупный ущерб, либо причинение иного тяжкого вреда. Крупным ущербом будет признаваться ущерб 1 000 000 и выше. Санкция данной статьи предусматривает штраф до 1 миллиона рублей, либо иным доходом осужденного за 18 месяцев и до 3 лет, либо лишением свободы сроком до 5 лет. Хотелось бы отметить, что помимо наказание, назначенного судом, виновный еще будет возмещать те денежные средства, которые были затрачены на выезд и охрану общественного порядка на месте преступления. Преступление в форме заведомо ложных сообщений об акте терроризма носит общественно опасный характер. Особый цинизм заключается в том, что виновниками противоправных деяний, как правило, являются взрослые граждане, которые, безусловно, осознают свои действия, но легкомысленно рассчитывают на безнаказанность. О том, что про вас никто не узнает, это, конечно, глупо. Потому что в настоящее время наука и техника ушла далеко вперед, и сейчас правоохранительные органы могут установить не то, что с какого телефонного аппарата был совершен звонок, но даже в каком месте он находится и кто звонил. То есть не раскрытых преступлений в нашей практике не было по статье 207, то есть всегда это устанавливается. Хотелось бы сказать, что вот случай, который произошел у нас в Новодвинске в мае, да, про который мы говорили, звонок был совершен с таксофона, и лицо все равно было установлено с помощью видеокамер. Хотелось бы отметить, что сложная террористическая обстановка в результате ложного сообщения вынуждает спецслужбы незамедлительно реагировать на все звонки, тщательно проводить комплекс неотложных антитеррористических мероприятий, вследствие чего от нормального ритма работы отвлекаются значительные силы и средства правоохранительных органов и специальных служб, которые призваны оказывать помощь в экстремальных ситуациях. И в то время, когда сотрудникам приходится реагировать на шутку злоумышленников, возможно, именно в этот момент кому-то будет необходимо реальная помощь спецслужб. В конце этой недели страна будет отмечать День социального работника. Праздник сравнительно молодой. Появился он в 2000 году, после подписания указа президентом. Социальные работники – люди, самоотверженно преданные своей профессии. Те, кто каждый день помогает людям. Способны ли вы оказывать помощь тем, кто в ней нуждается? Такой вопрос сегодня задавали корреспонденты нашей программы горожанам. Я, в принципе, постоянно кому-нибудь оказываю помощь. Я вот такой сердобольный человек. Поэтому кто обращается, если я вижу, что нужна помощь, конечно, я ее окажу посильную. Конечно, способен. Я думаю, что большинство людей окажут помощь тем, кто в ней нуждается. Родственникам оказываю помощь, конечно, любую. И участвую в СМС-марафонах благотворительных. Естественно, это помощь надо оказывать. Тем более социальным, незащищенным населением. Да, я способна оказывать помощь тем, кто нуждается. Сегодня мы открываем рубрику «Мой Архангельск». В ней любой желающий может рассказать о своем любимом месте в городе. Если вам есть чем поделиться, пишите нам на электронную почту город@pss29.ru.
рождении, конечно, я не архангелогородец, в общем-то, я дитя войны, родился в эвакуации в городе Прокопьевске, но все мои предки – это одесситы, так что, может, я могу считать себя одесситом. Вот. Но в Архангельск я приехал после окончания Ленинградского университета в 1969 году, так как во время учебы в этом прекрасном учебном заведении я познакомился с архангелогородкой, со своей будущей женой. Вот мы приехали сюда, чему я очень рад. Потому что Архангельск – это один из немногих городов, сохранивших свою ауру. Да? Здесь вот на протяжении 430 лет живут архангелогородцы, то есть с поколения в поколение. А это место я пришел сюда почему? Потому что здесь, сюда впервые, да, меня привела Ксения Петровна Гемп. Это для Архангельска это духовный лидер, да, человек, который прожил жизнь, посвятив его северу и человеку. Вот здесь, на этом месте, рядышком стояла беседка. Она ее называла Гриновской беседкой, потому что Александр Грин, писатель, он был в ссылке на Кегострове. И вот они часто беседовали в этой беседке. И как она мне рассказывала, что вот этот город Зурбаган, который с такой теплотой описывал, да, в своих книгах, да, «Алые паруса» и «Бегущие по волнам», он навеял ему этот образ Зурбагана, Архангельска. Вообще это место, вот прошло уже столько лет, вот Ломоносовская гимназия, да, которая построена 200 с лишним лет назад, и памятник Петру Первому, который установил скульптор Антокольский, он очень выражает вот этот образ Архангельска. А мне он напоминает и Санкт-Петербург, потому что и Одессу, почему? Потому что все памятники, которые, многие памятники, которые стоят в Питере, особенно в Одессе, они смотрят на воду. В данном случае Петр смотрит на реку. Мои дети здесь, рожденные коренные архангелогородцы, и сын, и дочь, и внуки, да, вот сюда я тоже, значит, очень любил сюда приходить и гулять. Поэтому для меня это ну, такое знаковое. Я всегда себя здесь чувствую очень хорошо, потому что здесь вот город дышит стариной. И очень бы хотелось, чтобы хотя бы этот уголок Архангельской земли остался в своем первозданном виде. Далее в программе «Новостной дайджест». В Архангельской области в связи с укусами клещей за медицинской помощью обратились более 2000 человек. Наибольшее число укусов зарегистрировано в Вельском, Конурском, Устьянском, Няндомском, Виноградовском, Шенкурском районах, а также в Котласе и Коряжме. По информации Роспотребнадзора, зарегистрировано 16 случаев с подозрением на клещевой вирусный энцефалит. На днях в Архангельске стартовала региональная ежегодная акция «Водным объектам чистые берега и причалы». Участие в уборке приняли свыше 200 жителей города. На берегу Северной Двины от железнодорожного моста до морского речного вокзала и от улицы Комсомольской до Кузнечевского моста волонтеры собрали свыше 300 мешков мусора. Мероприятия по очистке берегов рек и озер будут проходить во многих городах и районах области до 20 июня. В архангельском мини-приюте для бездомных животных «Любовь» живут более 40 собак. Кто-то родился на улице и был спасен от голода и холода, кто-то был брошен людьми. Но, несмотря на это, все подопечные верят, что отдадут свою лапу и сердце самым любящим и ответственным хозяевам. Мини-приют содержится исключительно на частные пожертвования горожан, поэтому не откажутся от любой помощи. Все вопросы по телефону +7 911 877 40 69. Еще один шаг на пути к победе. Сборная команда «Сафу Поморы» готовится к полуфиналу премьер-лиги КВН. Уже 9 июня ребята отправятся в Москву. О том, какое оно, поморское чувство юмора, расскажет Елена Матвеева. Ждем! Друзья, мы готовы ответить на все. Или за все. Так, с шутки начали пресс-конференцию КВНщики, и ответить им есть за что. Юмор у поморов острый. На официальном сайте премьер-лиги клуба веселых и находчивых про архангельскую сборную так и написали: «Непростые поморы». В Москве они столкнулись с профессиональной КВНовской редактурой. Нет таких тем, в которые написал бы ты шутку, ее 100% оставили. Это все воля случая и воля редактора.
нам необходимо было переписать номер, скажем, за ночь. То есть мы приходим, смотрят наш музыкальный номер и говорят: это не очень, завтра нужен новый. Поморы уже успешно выступили в 1/8 и четвертьфинале премьер-лиги. Больших отличий в игре для телевизионной аудитории наши ребята не нашли. Самое большое отличие – это там смотрит Александр Васильевич. А так все, собственно говоря, все то же самое. Там просто реквизит покрасивше. У поморов в КВНе свой особенный почерк. Шутки звучат весьма смело и, главное, смешно. А Поморье – это очень толерантный край, но даже среди таких суровых профессий, как лесорубы, есть такие люди. Ну что, мужики, рубим? Так, а ну пошли его отсюда! Новые шутки прозвучат и в полуфинале премьер-лиги. Событие, о котором еще 3 года назад мало кто мог мечтать. Но сборная копила громкие победы. Так, в прошлом году ребята в вязаных свитерах заняли 2-е место в фестивале команд КВН федеральных университетов. А затем стали и чемпионами Центральной Краснодарской лиги КВН. Когда наши поморы были приглашены в премьер-телевизионную лигу, это стало таким ожидаемым событием, подтверждающим целеустремленную работу всех команд региона. Ведь с юга до севера ребята играют в КВН, и вполне логично, что должен быть флагман, который поддерживает и правительство региона в рамках наших государственных программ, и поддерживает Северно-Арктический федеральный университет. В полуфинальной игре премьер-лиги поморы выступят 18 июня. Ее, а также 1/8 и четвертьфинал с участием нашей сборной, Первый канал покажет в конце июня, начале июля. Елена Матвеева, Илья Сумароков, «Панорама Севера». «28 июня в Архангельске пройдет ежегодный марафон «Гандвик». Несколько десятков спортсменов пробегут по улицам нашего города. А в честь юбилея Архангельска организаторы планируют открыть специальную дистанцию. На первой тренировке участников марафона побывала Екатерина Гриценко. От первой тренировки на трассе до победы их отделяют 24 дня. Понятие «проиграть» для участников «Гандвика» не существует, ведь марафон для них – это не просто соревнование, а огромная часть жизни. В марафоне «Гандвик» я участвовал 21 раз. Это чувство эйфории, оно на протяжении многих лет практически остается постоянным, понимаете, это как своего рода наркотик. Поскольку мы вот этим живем, люди, которые занимаются бегом, как и другими видами спорта, и мы ждем с нетерпением этот праздник. Впервые марафон «Гандвик» прошел 3 июня 1984-го. Дебютный забег собрал 226 спортсменов из 30 городов Советского Союза. В этом году участникам соревнований будут предложены несколько дистанций. Основная – 42 километра 195 метров, дистанция «Спутник» – 10 километров и специальная трасса, посвященная юбилею Архангельска. Мы решили провести несоревновательный пробег на дистанцию 430 метров. То есть каждый желающий может зарегистрироваться, получить памятный знак и как бы стать соучастником этого нашего марафона «Гандвик». Как обычно, марафонцы побегут 4 круга по набережной. Стартом и финишем станет площадь возле Вечного огня. В этом году ожидается небывалый наплыв участников, ведь трасса «Гандвика» прошла международную сертификацию, а значит, спортсмены смогут выполнить нормативы для присвоения спортивных разрядов. Если ваша мечта – стать мастером спорта международного класса, участвуйте в поморском марафоне «Гандвик» 28 июня. Предварительные заявки принимаются до 20 июня по телефону 215-889 или электронной почте gandvik29@rambler.ru. И еще об одном нововведении. В этом году в имени спортивного соревнования появилось обозначение нашего северного края. Впервые забег пройдет под названием «Поморский марафон «Гандвик». Екатерина Гайциенко, Сергей Минин, «Панорама Севера». Далее курс валют на 4 июня. По данным Центробанка, на 4 июня доллар США 35 рублей 1 копейка, евро 47 рублей 63 копейки. «Цены пополам» – так называется ярмарка от Ивановской текстильной компании. Она проходит в выставочном зале Союза художников. Весь ассортимент товаров в нашем сюжете. Ярмарка распродажи ивановского текстиля начала свою работу в выставочном зале Союза художников России. Вас ждут гарантированное качество и, конечно, очень низкие цены. Так, носки стоят всего 15 рублей, подушка бамбук – 250 рублей, постельное белье – всего 350 рублей, одеяло – 490 рублей.
постельное белье я выбрала. Здесь очень дешевое. Считается, что все Иваново, что лучше, качественное. Вот поэтому и вроде кажется и дешевле. Поэтому мы и приехали сюда. Пришли сюда потому, что это качественная продукция, натуральная. И стоит гораздо дешевле, чем в этих всех перекупщиках магазинах. Приходите, люди, на выставку. Здесь все дешево, качественно и наше российское. Ярмарка распродажи ивановского текстиля будет проходить до 6 июня включительно в выставочном зале Союза художников на проспекте Советских космонавтов, 178. Сразу после нашего выпуска смотрите программу «В центре внимания. Вопрос психологу». Тема сегодняшнего разговора – развод. Гость программы – врач-психотерапевт высшей категории Владимир Кузнецов. Он ответит на волнующие вас вопросы по телефону прямого эфира 639-717. На сегодня это все новости. Вы смотрели информационную программу «Панорама Севера». В студии был Денис Куклин. До встречи.